Машины, горки, качели, вся арифметика в кубиках. Такое разнообразие во дворе новенького детского сада малышам определенно нравится. Люблю кататься, играть, люблю ходить в детский сад, люблю леденцы есть. От музыкального и спортивного залов, новой мебели, оборудования, да и вообще от самого открытия в восторге уже родители. Красиво, у них есть даже аквариум, красиво, очень панно. Мебель вся новая, белья очень много нового, то есть хорошо все сделано на кухне. То есть мы полностью прошли экскурсию по всему детскому саду, всех пригласили на собрание. Вот. Детей здесь будет очень много, очень классный коллектив, все дружелюбные, с большим опытом педагоги. В общем, мне все очень понравилось. Мы очень рады, что он открылся, потому что нам приходилось ребенка достаточно далеко возить в детский сад, а сейчас нам здесь один дом пройти. Очень рады, потому что он здесь был необходим. Этот детский сад в Верхних Печорах построили аж в 1983 году. 18 лет в нем был детский дом, а потом здание решено было капитально отремонтировать и вновь открыть здесь детский сад. Я был здесь, когда все мы все ломали, здесь все было в пыли. Никто не верил, что мы сможем сделать все это в срок. Сейчас, конечно, восторг. Я вспоминаю свое детство, такого не было никогда. И вот заведующие других детских садов, конечно, они завидуют. Новый, свежий, полностью оборудованный детский сад. Пожалуй, завидуют тут не только заведующие соседних детских садов, а вообще все взрослые, которые приглашены на открытие. Когда особенно мы были в группах, захотелось быть таким маленьким и лечь на эту кровать. Как сказала глава администрации, это самый оснащенный, самый современный, самый лучший детский садик в Верхних Печорах. Этот детский сад сокращает очередь в дошкольные образовательные учреждения в Нижегородском районе на 10%. А в Верхних Печорах такой проблемы уже нет. За полтора года здесь открыли 3 детских сада. Анастасия Рябова, Алевтина Батурина, Ренат Бикбаев, объективно, ННТВ.